Ежегодная национальная премия Муз-ТВ 2013. Перезагрузка. Ну что, друзья, следующая номинация очень простая и очень почетная. С одной стороны, это всего лишь одна песня, а с другой стороны, она просто лучшая. И мы переходим к вручению в номинации «Лучшая песня». Та, которая звучит отовсюду. Та, которую знают все, даже не скачивая ее в свой iTunes. И для вручения наград в этой номинации я с удовольствием приглашаю на сцену девушку, которая теперь исполняет еще и кулинарные хиты. Заслуженная артистка России Наташа Королева. А ей в компанию... Вы, кстати, сейчас оцените Наташин лук для тех, кто не видел дорожки. Ну а ей в компанию двух достойнейших джентльменов. Встречайте, пожалуйста, как говорит мой коллега. Не переключайтесь, не переключайтесь, не переключайтесь. Андрей Малахов. Ну и, конечно же, всегда импозантный и немножко брутальный Сергей Астахов. «Лучшая песня» представлены Григорий Лепс, Тимати, Лондон. Иван Дорн, синими, желтыми, красными. Иван Дорн, Нюша, воспоминания. Полина Гагарина. Спектакль окончен. Премия Муз-ТВ 2013. Перезагрузка. Ну что, судя по аплодисментам в зале, можно догадаться, за кого голосовали. Ну, поспешные выводы. Я думаю, надо вскрыть конверт. А могу сказать, что, конечно, написать удачную песню, чтобы она полюбилась зрителю, это очень непросто в наше время. Да, Андрюха? Да, моя вишенка. Сереж, ты видел, в каком сегодня наряде пришла Наташа и ее мама, главная мама Люда сегодня, с биг-маком на голове? Она в актуальных тенденциях, потому что сегодня депутаты Санкт-Петербургского законодательного собрания пытаются запретить фастфуд в городе, и поэтому мама Люда сегодня в главной теме дня. Ну да, если была номинация за лучший наряд, разумеется, выиграла бы ты, Наталья! Спасибо. Ну а пока лучшая песня года. Я открываю конверт, а Наташа сейчас... Итак, Сережа, давай ты. Сережа, это любимое Наташино имя, открывает конверт. И Наташа скажет, что лучшей песней года становится... Раскрою вам маленькую тайну. Человека, который выиграл эту номинацию, я видел буквально неделю назад в одном из кафе и не решился подойти. Сейчас она подойдет ко мне сама. Нюша! Нюша! Нюша, воспоминания! Лучшая песня года! Господи, как неожиданно. Ой, спасибо. Вы знаете, это очень все неожиданно. Я только что, в общем-то, с корабля на бал выступила и совсем не ожидала, что так быстро, так классно. На самом деле, дорогие друзья, сейчас я соберусь. И правда, очень трудно в такие моменты подобрать слова. Я хочу сказать в первую очередь огромное спасибо. Мне безумно приятно получить эту награду, потому что я являюсь композитором, и когда меня награждают за песню, вы понимаете, что это очень-очень, это очень приятно, и в первую очередь я хочу
поблагодарить свою команду, большую, огромную команду, которая меня так сильно поддерживает, которая так много работает вместе со мной. Это также моя семья, моя любимая мамочка, папочка, Ксюшечка. И, безусловно, те люди, которые всегда со мной на связи, которые мои любимые поклонники. Я вас очень люблю! Спасибо вам огромное, спасибо всем друзьям и коллегам-артистам. Я считаю, что огромное количество людей, которые полностью, абсолютно заслуживают эти награды. К сожалению, как-то все распределяется, но я могу сказать, что мне безумно приятно. Я безумно счастлива, спасибо! Спасибо, вам хорошего продолжения, всего доброго! Спасибо большое, Нюша. А за самое яркое исполнение компания Huawei дарит яркий планшет MediaPad 10 FHD. Нюш, не уходи, пожалуйста, получи приз. Сияй на всех экранах, в том числе и на сверхчетком Full HD дисплее планшета Huawei. Нюша, воспоминания, лучшая песня. И это еще не все. Берегите силы, Олимпийский! Ну что же, я думаю, что это будет ярким воспоминанием в жизни Нюши. Еще раз овация Олимпийского в адрес любимой певицы. Нюша, воспоминания!